Молодой пес, Найс, ты светишься добротой. Но кто же довел тебя до такого состояния? У кого поднялась рука стрелять в тебя? Кто спал спокойно, когда ты плакал у ворот их дома? Они не заслуживают прощения.
Человек, ты пришел в этот мир, как и любое другое живое существо. Хомячок или медвежонок, волчонок или тигренок, щенок или котенок. И прав у тебя на эту планету не более, чем у них. Но ты вырос в матерого зверя, а они перед тобой так и остались беззащитными детьми. А ведь тебе дан разум для того, чтобы оберегать, а не уничтожать все живое на земле, для развлечения и во благо себе. Человек, остановись, одумайся. Зло, причиненное тобой, может обернуться во сто крат. Это закон Вселенной. И жаль, если пострадают невинные. Весь живой мир верен природе, а мы ее потеряли. И за это природа может жестоко отомстить.